Урок истории и мужества прошел в лицее номер 4 Волжского района. Его организатор – преподаватель истории учебного учреждения Альфия Суркина. Она одна из тех, кто участвует в конкурсе «Лучший городской учитель истории». Напомню, он проводится по инициативе депутата Госдумы Николая Панкова. Подробности в нашем следующем материале. История для нее – это способ научить детей патриотизму. Педагог лицея номер 4 Альфия Суркина – одна из тех, кто принимает участие в конкурсе «Лучший городской учитель истории». Говорит, это дает возможность и самой получить новые знания, и детей научить. Мы общаемся друг с другом. Во-вторых, дети могут показать свои возможности. Мы тоже стараемся. У нас очень много, в нашем здании очень много таких вот моментов, которые мы можем показать и другим учителям. Ну и набраться опыта у своих коллег, которые тоже могут что-то показать оригинальное и своевременное, самое главное. Она не просто преподает, а по крупицам собирает историю. Альфия в свободное от работы время ищет материалы для музея истории 53-й стрелковой дивизии. Военное подразделение раньше располагалось в здании школы, а сегодня здесь – музей дивизии. Частый гость – участник Великой Отечественной войны Элина Ильинична Полякова. Именно ей ученики задают вопросы про настоящие военные действия. Если мы не знаем прошлого, то будущее нам точно не обеспечено. Поэтому, тем более, история, особенно в последнее время, как ее нивелирует, мне кажется, что это главный вопрос сейчас в обучении молодежи, помимо математики, там, литературы и прочего. Историю должны знать обязательно. Тогда, если будет история, будет любить Родину. Инициатива проведения конкурса принадлежит депутату Госдумы Николаю Панкову. Еще раз наши ученики, наши ребята коснулись истории и той роли нашего народа в Великой Отечественной войне. Нельзя забывать свои истоки, нельзя забывать свою историю. И, конечно, этот конкурс «Лучший учитель истории» способствует этому. Конкурс среди городских учителей истории будет проводиться в 3 этапа. Победители определят в апреле следующего года. Александр Старков, Елена Петрова, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.